за петли. Да, спасибо большое. Ну вот мы в Вилково, загружаемся в лодку и плывем на Дунай, на рыбалочку. Вот тут всего ничего взяли с собой, так чисто, рыбу свою. Сегодня Александр опять руководит рыбалкой, договорился для лодки. Дунай, да, у нас? Ага. Thank you.
Клеточку. Какие здесь примерно глубины? 30 метров? Так, всем привет. Мы наконец-то приехали на Дунай. Пока развернулись, пока закинули. Вот такое место. Здесь глубина небольшая. Потом проходим. Тут отгородили лагерь себе. Здесь уже, конечно, глубина хорошая. Тут, наверное, за десятку глубина. Здесь поставили на сазана. Вот. Ну и дальше еще будем расставлять сейчас. Вот донки. Вот такое место у нас будет. Мы поставим палатку. В общем, поэтому мы заряжены на рыбалку. Поэтому надеемся. Сейчас пока 12 часов дня, понятно, еще пока ничего не клевать не будет. Если будет что-то клевать, то позже. Но мы уже готовимся. Ова, сама словили. Да, конечно, сомик не сам такой себя, ну да. Но сом. Да, захватил. Сейчас мы его, наверное, все-таки отпустим. Да. Все, Александра, поздравляю. Остановил. Вот, все-таки у нас сегодня еда будет. Она есть. Идет протирание у нас помидорчиков вареных и все няма-няма-няма. Теперь закидываем рыбу. Оказывается, тут была не финальная нотка, тут вот еще что-то добавим. Итак, короче, я не знаю, что с нами будет ночью, но есть мы это будем. И еще одна ноточка от шеф-повара Александра. Ой, как пахнет, капец. Короче, сейчас будем есть эту вкусняшку на костре. Ребята. Вот он наш первый костер. Первая ночь. Еще впереди целые сутки. Мы уже домой хотим. Да нет, домой мы не хотим. Но не клюет. Там тянут тучи, может быть, дождь будет. За спиной кричат шакалы и падлы. Короче, романтика. Вот он, красавчик. Ну, блин, где-то, наверное, килограммов 2. Да. Вот она, мышечка. Морда. Да. Капец, короче. Ну, нормально. На силикон взяло. Я покупал опарыш силиконовый. Нормально. Конец второго дня. По итогу, сегодня и окуня споймали, и рыбца споймали, и... Лещ был, карась. Ну, дальше, как бы завтра уже покажем садок, что там мы наловили. Но сейчас тишина вообще страшная. Вроде бы как бы 5:30, казалось бы, и должно клевать, но что-то. Вот, была поклевка на, опять-таки, на силиконового опарыша. Но именно потянуло хорошо, даже удочку чуть не утянуло. Подсек и доли секунды, и что-то просто, ну, как бы ушло, или, ну, я даже не понял. Но дело в том, что когда вытащил, уже крючок был срезан. Как бы здесь уже несколько вариантов: либо это был сом,
Вот, и он быстренько это все дело замял. Ну, сазан, я не знаю, не, он бы так быстро навряд ли бы обрезал. Ну, короче, может, еще какой-то хищник на силиконку позарился. Вот, ну, факт есть факт. Вот, а сейчас вообще тишина, карася одного взяли, и все, и больше. Уже часа два тишина. Вот, сидим на 9-м километре. Тут место классное, вообще живописное, все, бомба. Но здесь 10 метров от берега кидаешь нормально. 15 метров от берега, все. Там, короче, целые, наверное, деревья валяются, непонятно. Ну, короче, там даже нереально отцепиться. К сожалению, очень много снастей утопили, оборвали. Вот, ну, итог подведем завтра. Сегодня еще вечер только, в принципе, начинается. Еще, возможно, будет что-то интересное. Ну, пока так. Так, вечер второго дня. Завтра уже собираемся. Что там как-то косо плывет, непонятно. Как-то боком, не? Все нормально. А чё так? А? А потом вот этот маленький, который плывет, он их... В основном завелся, в основном сели, попрыгали. По разным кораблям? Да. А. И погнали потом по очереди, да? Ну вот, подошел к концу, грубо говоря, наш приезд на Дунай. Рыбалка закончена, ждем водку, за нами приплывут. По факту обрывов было, наверное, 10. Грубо говоря, тут снастей оставили много. Поэтому для тех, кто знает, 9-й километр, этот канал, грубо говоря, по которому гоняют здесь суда и груз, 9-й километр. Здесь, конечно, много зацепов. Глубина хорошая, а зацепов очень много. Поэтому вот такое место классное. Отдохнуть здесь можно. Шашлычок. Можно здесь, конечно, и палатки поставить, и компании отдохнуть. Все. И рыба здесь есть тоже. И были поклевки, были срывы хорошего. Просто, к сожалению, пока не можем технически снимать всю рыбалку от А до Я, но мы над этим работаем. Итак, будем сейчас доставать садок. И посмотрим, что же мы тут наловили. Включая то, что мы еще и съели. Итак, рыба! А сейчас садок еще полдня будешь вытаскивать. Он же не маленький. Ну, это чтобы рыба была живая. Ну, по факту, в принципе, рыбы-то на самом деле и нормально получилось. Знаете, тут все, короче, и тут сомик, и сазан,
и караси отличный, и он один прыгает нормально. Короче, рыбалка, в принципе, удалась, да. Был срыв, но был срыв, он был больше, чем этот. Да, просто одни руки кривые, другие пацак, пацаки неровные. Ну, так что, вот такие дела. Красава. Так что, спасибо всем, кто смотрел это видео. Вот, у нас будут небольшие анонсы. У нас появились классные идеи. Так что следите за нами на канале. До скорых встреч. Всем пока. Через 15 минут освободить. Так, вот он, Вовчик, сколько у нас показывает. О, почти 3 килограмма. Нормально.